В Уфе состоялся большой праздник Bigos Fest. Второй год подряд он открывает Дни польской культуры в Башкортостане, которые, в свою очередь, в нашей республике давно стали традиционными и проводятся уже более 20 лет. На фестивале для всех гостей в огромном казане приготовили национальное блюдо – жаркое из капусты. С обычаями братского славянского народа познакомилась Маргарита Гафарова. 30 килограммов свежей капусты, 20 квашеной, по 10 килограммов ребер и копченостей, а еще другие овощи и грибы. Таков нехитрый рецепт этого вкуснейшего национального блюда под названием бигос. На огне оно томилось почти 5 часов. В жару, возле огня, костра и дыма. 200 гостей, пожалуйста, будем кормить. Причем не только уфимцев. На Bigos Fest съехались делегации из разных уголков России. Так гости из Краснодарского края вдохновились идеей провести такой же фестиваль у себя в Кореновске, где проживает большая диаспора поляков. У нас Кореновск связывает исторические корни с Польшей, потому что многие части и военные, которые освобождали Польшу от немецко-фашистских захватчиков, Европу, и они формировались в городе Кореновске. Несмотря на общие корни, поляки разных регионов отличаются друг от друга, накладывает отпечаток местная культура. Более того, даже национальные костюмы в регионах самой Польши разнятся. Вот дольношленский костюм, он, у него такой вот характерный головной убор вот с такой вот нашивкой. Вот эти вот два костюма мы попытались стилизовать под те костюмы, которые были у жителей, у переселенцев в республику Башкортостан. Это такой стилизованный костюм мазурский. Для этого костюма характерна вот такая вот вышивка бисером. Это вот веночек, а аутентичный, он приехал из Кракова, прямо-таки с краковского рынка. А вот майки, васильки и ромашки на тарелках расцветали на площадке декоративно-прикладного искусства. И взрослые, и детвора поучаствовали в мастер-классах по изготовлению игрушек и болеславской росписи посуды. Польские цвета, у нас очень много различных цветов. В основном это вот яркие, не бледные тона, не пастельные, а именно яркие цвета. Я просто выбираю любой цветок и сначала определяю середину и начинаю по кругу делать разные цветы. Bigos Fest стал первым в череде мероприятий. Дни польской культуры пройдут в Мишкинском и Уфимском районах. В Уфе состоятся концерты и художественные выставки. Маргарита Гафарова, Александр Соболев, Россия Культура, Башкортостан.